Умацаванне міжнароднага супрацоўніцтва. Дэлегацыя з Омскай вобласці на чале з яе міністрам па сельскай гаспадарцы і харчаванні Мікалаем Дарафой наведала шэраг прадпрыемстваў нашага рэгіёна, у тым ліку Гомель Агракамплект. Што цікавіла расійскіх партнёраў, даведалася Марына Север'янова. Омскія аграрыі супрацоўнічаюць з Гомель Агракамплектам больш як 15 гадоў, і на працягу ўсяго гэтага часу запатрабаванасць у прадукцыі прадпрыемства толькі расце. Расіяне са шчырай цікаўнасцю разглядаюць элементы даільных установак, сучасную электроніку, уважліва слухаюць пра новыя тэхналогіі, якія безупынна ствараюцца на гомельскай вытворчасці. У саставе дэлегацыі кіраўнікі омскіх гаспадарак, дзе карыстаюцца прадукцыяй Гомель Агракамплекта многія гады і ахвотна дзеляцца сваімі ўражаннямі. Мы ўжо сотрудничаем з вашым заводам 2013 году мы у себя построили цех, доильный зал, где приобрели ваше оборудование, елочку установили. 13 января 2013 года мы его испробовали, запустили поголовье. Также в комплекте приобретали холодильник 10-тонник, установили. Омская область – сельскохозяйственный регион. Мета – провести модернизацию галины с использованием белорусской продукции и технологий. Ознакомиться с самыми современными распроцовками Гомель Агрокомплекта – основная мотивация для визита. Одна справа – робить заказы на доставку, находящиеся у своей краине, иншая – убачить все на свои очи. По часу встречи одразу возникает заинтересованность у набытии шерегу товаров, вырабляемых Гомель Агрокомплекта. Развитие животноводства в целом в Республике Беларуси, в том числе технологического оборудования – оно сегодня имеет такой определенный рост и продвижение. И сегодня нам очень важно, мы являемся партнерами в этом направлении с вами, и очень важно понимать, насколько интенсивно развиваются технологии ваши, которые нужны нам в молочном животноводстве. Так само Миколай Драфа выказал зацікавленасць у локализации вытворчасці и сборцы сельгазобсталявання Гомель Агракомплекта у Омской области. Это станет новым кроком у развитии международного супрацовництва. Марына Север'янова, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель».